Несмотря на все предупреждения спасателей, продолжаются выезды автомобилей на ледовое поле. Напоминаем, выезд на лед автотранспорта влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Согласно статье 3.12 Закона об административных правонарушениях Приморского края номер 44 КЗ от 5 марта 2007 года, выезд автомобилей на ледовое поле категорически запрещен. Уважаемые граждане, будьте бдительны, берегите себя и своих близких и не подвергайте свою жизнь необоснованному риску. Помните, что следующий выезд может обернуться трагедией.